Друзья, большая радость для меня и, надеюсь, для вас, для всех, кто следил за реставрацией этой прекрасной французской гитары Лебель. Сегодня закончена последняя настройка и работа с ней. Вот. Ну и что же можно сказать? Поставлены крупные лады, вот такие, Jim Dunlop, колочки, видите, какие маленькие. Красивые колочки. Вот. Работы по грифу проведены большие. Там снималась накладка, подкладывалась, все делалось, делался бридж и так далее. Ну и проклейка ее, все трещины пришлось проклеить. Вот. Ну что же, теперь можно послушать, как звучит эта 300-летняя красавица. Звучит не хуже, чем у Доминика Миллера. Принимаю поздравления.